Всем привет, ребят! Добро пожаловать на канал Saber Chat. Сегодня у нас на канале спецвыпуск. В своих других соцсетях я уже давно говорю об этом спецвыпуске. И меня многие спрашивали, о чем он будет? Но ответ я припас на сегодняшний день. Сегодня, ребят, я отправлюсь покупать книги по вашим советам. По рекомендациям пятерых счастливчиков я выберу 5 книг. Так что не будем задерживаться и отправимся в путь. Нам предстоит наведаться в пару мест. Погнали! Итак, книжный магазин, который мы посетим сегодня, находится в черте города. Вот в этих вот точках. Поблизости, кстати говоря, находится Азербайджанская национальная библиотека имени Мирза Фатали Ахундова. Большая такая. Но читать книги я предпочитаю больше дома или же в транспорте. Крупных книжных магазинов у нас в Баку несколько. Это сеть магазинов Алии Нино, Либрав, Баку Букцентр и другие. Прогуливаясь по городу, я обязательно должен наведаться в один из вышеперечисленных магазинов. Алии Нино, что работал в 28-м моле, к сожалению, закрыт по причине карантина. А ведь очень любил это место. Поэтому вместо него давайте пройдемся в Букцентр. Он тут совсем недалеко находится. Ну вот мы и пришли. Итак, заходим. Отмечу то, что место потрясающее. Даже если вы не хотите покупать книги, вы смело можете взять одну из дома и читать прямо здесь. Да что читать? Здесь и прогуляться при желании можно, и чай попить, ну и с котом поиграть. У нас тут даже коты начитанные. А теперь спецсообщение из самого магазина. Ребят, я выбрал 5 книг по вашим советам, и чтобы мне не было в тягость читать, все-таки большая литература. Как-нибудь сделаю еще один ролик, посвященный вашим советам, но в этот раз я выберу именно эти 5 штук. А теперь пойдем искать. Что ж, сначала мы поищем эти книги на первом этаже. Ассортимент тут просто огромный. Целая куча разных издательств. Тонна всяких книг. Но как вы прекрасно знаете, я обожаю издательство «Акт». Поэтому сперва поищем среди них. И первой книгой в нашем списке будет книга «Бойня номер 5» Курта Вонегута по совету пользователя по имени Геннадий Анатольевич. Спасибо большое за совет. Книгу я уже прочитал. Кстати говоря, и мнением уже поделился в Инстаграме. Можете прочитать при желании. Так, идем дальше. Что у нас тут по списку? Ага, «Туманность Андромеды» Иван Антонович Ефремов. По совету пользователя по имени Наталья Тарановская. Должен признаться, картинка многообещающая. И судя по всему, речь пойдет про космос. Ну что ж, окунемся с головой в эту туманность. Спасибо вам большое за совет. И на этом все. Но я имею в виду в этом магазине. Остальные 3 книги, представьте себе, закончились. Но это не проблема. Наоборот, еще лучше. Покажу-ка вам другие места. Итак, мы дошли до магазина Либрав. Это маленький филиал, но до главного магазина мы еще доберемся. К сожалению, снимать в нем мне не разрешили. Поэтому покажу то, что купил на улице. У нас тут «Скорбь сатаны» Мария Карелли. По совету пользователя по имени Буви Орс. К сожалению, книги с мягкой обложкой закончились, поэтому я приобрел другую, ничуть не хуже. Она, честно говоря, с виду мне даже больше понравилась. Тоже издательство «Акт», только серии зарубежной классики. Элегантная, яркая и самое главное, при такой толщине, легкая как пушинка. Буви Орс, спасибо большое за совет. Не терпится ознакомиться с книгой, уж больно она сочная. И четвертая книга «Глотнуть воздуха» Джордж Оруэлл по совету пользователя по имени Панкрат. К Оруэллу сколько времени уже вернуться хочу. После 1984 опять хочу прочитать что-нибудь стоящее. Так что ваш совет был очень кстати. Очень надеюсь, что книга меня не разочарует. Спасибо огромное за совет. И остается последняя книга, которой не было ни в одном, ни в другом магазине. Чтобы найти ее, мне пришлось пойти в вышеупомянутый главный магазин Либрав. Наверняка мой самый любимый магазин. Причем ассортимент тут словно из мультика «Красавица и чудовище». Вы помните этот животрепещущий кадр? Я очень хорошо помню. И даже здесь пришлось повозиться в поисках последней книги. И в конце концов я ее нашел. Это «Путешествие к центру Земли» Жюль Верн. По совету пользователя по имени Тимоха103. По моему личному списку, из Жюля Верна мне осталось прочитать «Плавучий остров»,
и вот эту. Так что спасибо большое за совет. Дополню коллекцию. Ну вот, ролик подошел к концу. Мне было очень интересно искать книги по вашим советам и открывать для себя что-то новое. В последнее время читать тянет все больше и больше. Не знаю даже, с чем это связано. Наверное, погода. Очень надеюсь, что спецвыпуск вам понравился. Раз в несколько месяцев постараюсь сделать спецвыпуск. А вы пока пишите комментарии о том, какую книгу посоветуете именно вы. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой Телеграм и Инстаграм. Там я даю самые первые отзывы о книгах. Буквально сразу после прочтения. А в Телеграме и отзывы по фильмам до кучи. Что ж, ребят, до новых книг и, как всегда, читайте больше. Пока!